Sage ich hallo, das ist noch nicht gehört. Заходим в дом, значит, зала, кухня, они вместе, вот телевизор, вот холодильник, вот кондиционер, пол, ламинат, вот так все обустроено, очень хорошо, вот стиральная машина, значит, вот выход в другую сторону. Балкончик. Каждая спальня имеет свой ванна-туалет. Вот, когда из спальни выходишь, вот такое панорамное остекление. Вот. И там коттеджи, где люди живут. И вот еще третья спальня, точно такой же. Вот, видеонаблюдение в каждой комнате. Кондиционер. А, батарейки, кстати, я забыла. Вот. Отопление везде, по одной батарейке, конечно, можно добавлять. Они все одинаковые, и вот такое панорамное остекление. Вот, это сзади дома, где коттеджи и живут люди. Не только на сезон. Газ, вода, свет, интернет. Все есть. Условия всякие. Заходим в вторую спальню. Вот. Кондиционер. Ванна, туалет. Это второй. Сейчас поднимаемся на второй этаж. Второй этаж целиком терраса, и можно достраивать два этажа. Сами хозяева сказали, что так они построили для себя. Они для продажи не строили, они строили для себя. И сейчас понадобилось продать. Значит, оформлено 300 квадратов участок, а в самом деле 400 участок. И фундамент залито так, чтобы без всяких проблем можно достраивать. Один, два этажа. Вид прекрасный, весь в соснах. Дом стоит в соснах. И море. И... Отсюда приблизительно 100 шагов от этого дома. На море, вот так дорога идет напрямую, и прямо выходите на море.